Всем привет! Сегодня мы приготовим жареные во фритюре ребра. Итак, поехали! Изначально нарезаем ребра. Нарезаем вот на такие кусочки. Затем отправляем в миску и маринуем. Для маринада нам понадобится горчица, соевый соус, лимонный сок, соус для ребрышек, чесночок и чуть-чуть соли. Все тщательно перемешиваем. А пока маринуются наши ребрышки, добавляем огонь. Сковороду ставим на огонь и добавляем масло. Затем берем крахмал и добавляем к ребрам. Обмакиваем. Полностью вот получается вот так. И половину выкладываем в наш фритюр разогретый. Обжарили две партии и отправляем первую партию еще раз на обжарку. Обжарили ребра два раза и осталось только попробовать. Получились очень вкусные ребра. Особенно классно они подойдут под пиво. Да и так, под закусочки разные. Пробуйте, готовьте, ставьте лайки. Всем пока!